Проект «Отстут зачеток» знаку отличия ГТО проводится в России впервые. Сейчас его первый этап – внутривузовский. В Рязанском медуниверситете его участниками стали студенты, занимающиеся спортом и поклонники здорового образа жизни. Для себя, потому что хочется все-таки узнать свои возможности и узнать, на что я способна. Я сдавала для поступления ГТО. Я сдала ГТО, получила золотой значок, но я достаточно долго, я полгода готовилась, занималась, чтобы сдавать всякие нормативы. Зачет проходит в нескольких залах одновременно. Пресс, прыжки в длину, отжимания, наклоны из положения стоя. Десятки студентов с разных факультетов пришли, чтобы сдать нормы ГТО. Попробуйте себя оценить свои уровни теоретической, практической, физической своей формы и сделать, может быть, первый и очень важный шаг – сдача нормативу ГТО. А это неотъемлемое слагаемое здорового образа жизни. Внутривузовский этап состоит из трех компонентов тестирования. Во время сдачи норматива ГТО оценивается функциональный уровень студентов, уровень физического здоровья, теоретические знания. Всего в проекте по всей России принимает участие более 220 вузов, более 25 тысяч участников. Этот проект проводится впервые, но мы надеемся, что это станет ежегодной традицией и для вуза, и для страны в целом. Завершающим этапом проекта станет Всероссийский фестиваль ГТО. Он пройдет в декабре 2018 года на базе Белгородского государственного национального исследовательского университета. Главным призом станет большой переходящий кубок, на котором будет выгравировано название вуза-победителя. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».